Сегодня тема у нас повторение. Так, тема повторение. Повторение. Так, Радлаш. Так, в русском языке есть три рода. Мужеский род. Мужеский род. Род. Женский род. Женский род. Средний род. Средний род. Так, примеры переведем к мужскому роду. Так, например, стол, мужеский род, стул, мужеский род, журнал, мужеский род. Так, теперь к женскому роду. Ручка, женского рода. Доска, женского рода. Ученица, женского рода. Так, теперь средний род. К среднему роду приведем примеры. Мысал келтіреміз. Например, окно. Так, яблоко.